В рамках проекта «Доступный интернет» доступ к порталу госуслуги и веб-ресурсов органов власти станет бесплатным. Такое нововведение предложил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Записаться на прием к врачу, заплатить за коммунальные услуги, подать заявление на детские пособия. Сегодня все это можно сделать через интернет. Портал госуслуги набирает все больше пользователей в нашем регионе. Кстати, с 1 марта этого года зайти на все порталы госуслуг и сайты федеральных и региональных органов власти можно будет совершенно бесплатно. Операторы перестанут взимать плату за трафик при переходе на эти сайты. Зайти на них можно будет даже при нулевом балансе.